Заехали в эту древерную деревеньку. Едем на набережную. Здесь снимали этот фильм «Система» литовский. В этой школе, по-моему, где-то. Приехали в Древерну, начался дождь. Такой мерзкий, невозможный. Слава богу, у нас есть в машине зонты и... Один. Сейчас попробуем пройтись туда, там парковка платная, остановились немножко дальше. 3 евро целых. Да, за 3 евро что-то неохота, потому что такая погода, если бы на весь день там останавливаться, еще ладно. А то пройдемся, посмотрим и, возможно, вернемся и вообще поедем обратно. Такой неудачный день на сегодня вышел. Вот, приехали на море отдыхать, называется. Все, идем. Приехали к причалу. Здесь вон паркуют свои катера, яхточки, люди устраиваются прогулки. Сейчас это выглядит все серо и уныло, потому что идет дождь, людей нету. Вот так вот выглядит сама набережная. Здесь можно заказывать различные морские путешествия, прогулки. До Йоткранти, допустим, до Клайпеды и так далее. Вот есть ресторан, стенды с ценами. Ну и все, людей нету. Вот только бутылки возят. И все. Вот. Ну вот, чтобы въехать сюда и здесь поставить машину, 3 евро стоит. Ну, пойдем туда, сейчас пойдем погуляемся. Как и предполагалось, здесь нет ничего интересного. Просто стоят зашвартованные лодки, яхточки и ждут своих клиентов. Но в такую погоду вряд ли дождутся. Семья сходила, вон что-то посмотрела и развернулись, пошли назад. Решили прогуляться дальше. Увидели такие домики. Помните, какие были Швинтой домики? Здесь они более цивильные. Внутри наблюдается очень хорошая техника, телевизоры, холодильники и прочая утварь полезная. И обзорная вышка. Несмотря на то, что идет дождь, все-таки решили туда подняться. Может быть, там есть какие-то виды, раз уж приехали. Ну, поднимемся туда. Ну вот уже кто-то заказал экскурсию, поехал. Вообще непонятно, куда поехал. Ну вон берега, в принципе, видно, они затуманены немножко. Давайте посмотрим, что отсюда вообще видно в округе. Ну, очень классно сделан этот берег, вот камни выложены, да? Интересно, необычно. Там вон уточки, кстати, сидят. Сама территория этой базы, даже какая-то лодка викингов он стоит. Вон, одна единственная лодка только поехала, все остальные простаивают. И очень крутая зона вот этих вот домиков. Их оказалось здесь не так мало. То есть вот там вот мы шли, вон они, вон сколько. Вдалеке вон идут. То есть места достаточно много. И вон паркинг есть, там еще какая-то вдали площадка. Там баскетбол или теннис, наверное, непонятно. Вот там еще какая-то зона. Это, наверное, берег для того, чтобы купаться. Такая пляжная зона, не очень, кстати, красивая. Красиво здесь дома вдоль реки расположены. И сама пляжная зона не очень, она какая-то прям грязная. Только птицы вон там кормятся. Вон деревья вон те. Красиво, да, там так устроено. Какая-то барная, наверное, зона. Там вон, можно лодки всякие снимать. Пивка выпить, отдохнуть. Что-нибудь жаки, может, какие-нибудь снять. И все. Больше здесь делать нечего. Когда здесь жара, 30 градусов, народ отдыхает, жизнь кипит. Возможно, атмосфера куда более радужная, чем сейчас. А когда льет дождь, вот так вот все уныло.